этом страна, в России всего два жестибаночных цеха – в Приморском крае и Челябинской области. Именно в их таре до своего потребителя доходит знаменитая тушенка «Бурятмяспрома». Но если в работе поставщиков произойдет сбой, пострадает и наш производитель. Поэтому решили строить свой завод. И не просто решили, даже нашли инвестора. Сегодня наши монгольские партнеры, с которыми мы проводили совещание по реализации этого проекта, готовы вложить 1 миллион долларов в этот проект. И более того, они готовы привести линию по производству жестяной банки мощностью 10 миллионов банок в месяц. Ежемесячно «Бурятмяспрому» требуется 3 миллиона жестяных банок. При наличии собственного цеха предприятие сможет увеличить производство и, приятная новость для гурманов, расширить ассортимент продукции. Я вчера посетили наш комбинат, посмотрели наши площади. Соответствует требованиям ГОСТа, который утвержден для такого производства. А еще, по словам директора, производство жестяных банок в Улан-Удэ позволит снизить стоимость самой продукции. Из российского производства, может, из бурятского производства, какие продукты питания, может, что-нибудь любите, там, привозите к себе домой? Это вот бурятмяспрома, копченая колбаса, атоны. Но на этот раз я сейчас из продукции «Мяспрома», мясокомбината нашего, там есть колбаса конина, из конины. Вот, очень понравился. Я намерен купить эту продукцию и везти домой. Открытие завода по производству жестяных банок запланировано на 1 сентября этого года. Дансама Юшеева, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ.